Садар был взят под охрану исполнителя и приговорен к трибуналу за свои преступления против Конклава. Феникс, Рейнер и последовательность Садара скрылись от агентов Конклава, а темный темплар Заратун в суматохе смог ускользнуть. Похоже, все потеряно. Но мы должны бороться. Мы должны идти до Садара и спрятать его от сети. Без него нет способа победить Зергов и их высший разум. Зарату и его темные храмовники исчезли, оставив нас одних. Мне кажется, Садар зря им доверялся. У нас сообщение от капитана Рейнера. Это Рейнер. Я хотел бы помочь, чем смогу. Кроме того, в данный момент мои люди окружены враждебными войсками. Надо что-то делать. Ты отважный человек, Рейнер. Твоя помощь нам пригодится. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Вновь конец брифинга и вновь новая миссия. Нам нужно уничтожить отсек стазиса. Нам дали пробки, нам дали авианосца, и все это круто. Авианосца сразу отвозим назад. Мы им защищаться не будем, мы его будем сохранять. Нам нельзя его потерять. Что мы будем делать сейчас? Мы будем отстраивать пробок. Естественно, что мы еще можем делать. И будем делать некую защиту вот здесь, вот, вот по стенке внизу. Также вот здесь. Потому что это единственный способ нормально как-то все сделать, защитить и так далее. Рейнер очень слабоват на самом деле, но окей. Эта тварь летает теперь вот рядом со мной, но я думаю, что ее пушка убьет. Замечательно. Отлично. Она сама виновата, как говорится. Она сама виновата. Так, у нас здесь появилось две новых пробки. Переводим зелков сюда. В принципе, здесь все должно как раз и состояться. Весь бой сам по себе. Поэтому все хорошо. Ладно. Подстраиваем, подстраиваем как можно больше зондов. Я пока не раскачиваю авианосец, потому что это дополнительные траты минералов, и они не очень-то хорошо влияют на нас. Почему я выстрелил вперед Феникса? Потому что у него больше всего брони на данный момент, то есть у него щиты и в больших количествах, то есть смотрите, здесь 80, здесь 240, разница все-таки есть. То есть пока они убьют Феникса, пройдет долгое время, есть вероятность, что они его не убьют, поэтому все круто. Плюс Фениксу можно восстанавливать щиты за счет вот такой вот штучки, что делает его крутость в разы больше. Подстроим здесь еще одну пушечку. Иди заодно добывай сразу отсюда. Ты знаешь, что сделай? Построй мне, пожалуйста, гейты, которых у нас до сих пор нету. Я не знаю, по какой причине нам не поставили гейты, но окей. Гейтов у нас нет, они отсутствуют. Также у нас отсутствует большое количество пилонов. Нам нужны пилоны. Большое количество. Иди добывай дальше. Так, я думаю, что еще парочки рабочих вполне должно хватить, и тогда они будут добывать минералы очень-очень шустро, очень-очень быстро, и нам нужно будет построить газ, как говорится, как только так сразу. Настроим газилку. Строим здесь же пилончик. Ну ладно, пусть пока они идут добывать газ, потом я сниму некоторых рабочих отсюда, точнее, минералы, и я сниму их на газ. Пока что пусть они добывают, ну или подстрою новых, собственно говоря. А, так, что у нас здесь? А, ты можешь у нас подстроить что? Ты можешь у нас подстроить кибернетку, которая нам очень важна, нужна и репродуктивно необходима. Без нее мы не сможем построить звездные врата, а без них мы не сможем построить воздух. И да, кстати, когда
какое-то препятствие есть у пробок, ну или нету препятствия пробок. В любом случае, когда есть вот такая довольно длинная цепочка, довольно неплохо, что можно строить больше, чем... Точнее, не строить, а посылать больше, чем от троих пробок. Потому что три пробки, они бы толпились. В данном случае четыре пробки не толпятся, а ровно вот как раз перетаскивают все грузы. Замечательно. Но это на самом деле слабовато. Потому что нам нужна все-таки какая-то более внушительная защита какая-то. И отводим Рейнера подальше. Отлично. Феникс жив, все живы, все нормально. Это была волна, на которой могли нас просто раздолбать, как нефиг делать. Потому что... Просто потому что, во-первых, они могли, во-вторых, потому что это жестокая реально волна, и в общем, она не очень хорошая. Что нам нужно сделать здесь? Здесь нам пока ничего не надо сделать. Нам нужно подстроить важные здания. Это щиты. Пополнение щитов. И это, естественно, звездами врата. Помимо врат, нам потребуется звездный маяк. Точнее, маяк флотилии. Звездный маяк. А чем я вообще? Что я несу, боже ты мой? Звездный маяк. Звездный маяк, да. Ладно, это странно звучало. Окей. Окей, это звучало действительно странно, но... Никого это не волнует. Зотто Садара. Как я пел в прошлой части. Боже, зачем я пел в прошлой части? Я не знаю. О боже, это было ужасно. Ладно. Что я хочу? Почему я не трачу Виспен? По той причине, что батоны, авианосцы строятся очень-очень дорого. На... Требуется 250 Виспена на постройку одного авианосца. На мой взгляд, это очень дорогая сумма. И мне нужен, кстати, маяк флотилии. О чем я говорил чуть ранее? Давайте построим маяк флотилии все-таки. Если впилим его куда-нибудь тут сюда. И, наверное, призовем еще одну кибернетку. Потому что в две кибернетки нам будет удобнее делать улучшения. Но я не знаю, хватит ли у нас на самом деле минералов на это дело все. Но посмотрим. Так, 6 урона у каждого. Довольно неплохо. И вот еще одна гадкая волна. Просто ужасно гадкая волна. Но она довольно неплохо убивается. Если у вас довольно много телков, то все будет хорошо. Пока что все прошло действительно классно. И мы начинаем постройку авианосцев. А попутно мы строим маяки флотилии. Нет, не в маяке. Да, правильно. Маяки флотилии, перехватчики. Зачем нам нужно увеличенное количество перехватчиков? Я думаю, объяснять даже это, в принципе, не особо нужно, потому что, ну, ребят, логика как бы, да, если у нас будет, допустим, 4 перехватчика, ну, они не так сильны, да, если будет там 5 перехватчиков, ну, они тоже будут не так уж сильны, но, в принципе, да. А если будет максимальное количество, это будет круто. Чем больше, короче, народ, тем лучше. И хватает, на самом деле, одних звездных врат. Потому что, в принципе, производство у нас протекает довольно быстро. Главное, чтобы добыча минералов протекала так же быстро, как и добыча виспена. Точнее, наоборот. Ну окей. Ну окей. И надо, кстати, заботиться, чтобы у нас оставалось примерно 350 минералов. Я это сейчас не проконтролировал, но в идеале должно быть именно так. Слишком много пушек поставил. Теперь можно подстроить. Всего в авианосце помещается 8 перехватчиков. Это круто. Это реально круто, классно, великолепно. Пока ты не будешь проапгрейжен, друже. В любое время.
Отлично. Пока ты не будешь проапгрейжен. Ладненько. Давай, командир. Так. Я думаю, на самом деле, даже есть смысл гонять Рейнера вместе с авианосцами. Нам нужно будет примерно 3 авианосца для полного достижения всех наших целей. Не успеет, к сожалению, добраться, скорее всего, Виспена. А может, успеет, не знаю, сейчас. Нет, успеет набраться еще 250 Виспена, если я прокачаю атаку. И потом надо прокачать щиты будет. Но если я сейчас поставлю щиты, то у меня не успеет накачаться как раз таки. Что не очень хорошо. Ладно. Ждем, ждем. Мне нужно минимум 3-4 авианосца, желательно с минимум атакой X2. И тогда все будет замечательно. Просто поверьте мне, как говорится, на слова. Так. Ну а там дальше уже, чем больше авианосцев, тем лучше и будем выигрывать от количества, качества и так далее. Главное довольно быстро решить противника всех. Вот теперь мы можем проверить, как работают наши авианосцы. Отлично. Работают, по-моему, они вполне качественно. Летают довольно быстро. Я бы даже сказал, что не просто быстро, а трындец как быстро на самом деле. Но окей. Что мне надо сделать? Всех авианосцев вместе слить, и будет все круто. Прокачиваем защиту попутно. Нам нужны как минимум еще щиты на единичку. Было бы просто замечательно. Это было бы просто замечательно, если честно. Но тут уж как получится. Надеюсь, что мы справимся с теми силами, которые у нас будут. В принципе, должны, на самом деле. На 100% не буду уверен, но... В принципе, должны. Ладненько. Ставим Рейнера сюда. Авианосцы сюда. Прокачиваем их чуть-чуть. Нам нужно здесь энное количество зилок. Зилок. Энное количество нужно. Прокачиваем атаку. Точнее, не атаку, а щиты. Атаку мы прокачиваем вот здесь. Здесь мы прокачиваем защиту. Чисто физическую. То есть вот эту. Ну, нам нужно и то, и то. Хотя щиты всегда были важнее, потому что щиты восстанавливаются. В отличие от обычных ХП, которые не восстанавливаются. Что в свое время было не очень круто. Так, давай. У тебя вроде все подстраиваться должно, да? Усовершенствование завершено. Что значит недостаточно Виспена? Вы о чем вообще? Так, 6 плюс 1. Итого атака плюс 7, по сути. Ну, короче, нормально, ладно. Этого на самом деле хватит. На кого мы будем сюда сейчас собираться как раз таки. Так, давайте атаковать сразу пушки. Отходите, атаковать сразу вот этих гадов. Потому что вот эти гады атакуют, в отличие от всех остальных, именно нас. Отлично. Продолжаем атаку. Подстраиваем, как только у нас кто-то пропадает. Не даем возможности подойти к нам, драгунам. Драгуны — это очень жестокие ребята, которые нас просто будут убивать. Издеваться над нами. Нам же это не нужно, правильно, дорогие мои друзья? Отлично. Драгуны на этой базе больше не появятся.
Что мы здесь делаем? Мы убиваем к фигам просто все пилоны, дабы убрать работоспособность зданий. Какую бы то ни было. Нам не обязательно убивать здесь зелков. Вон там на нас еще один драгун идет. Надо его тоже бы убрать по-хорошему. Великолепно. Все просто замечательно. Так, давайте убьем вот этих гадов. А тем временем тебя мы пока отправим вот сюда, вот установить щиты. Потому что у тебя с щитами что-то очень все плохо. Мне это не нравится. Уберем здесь здание. Производящее. Ты говоришь, ну естественно, о чем меня могли попросить... Кроме как не о чем-нибудь полезном. Вот мы установили, отлично. Давайте убивать пушечки. Замечательно. Итого 4 авианосца сделали то, что не смогли бы сделать никто. Попутно, пока мы не можем делать какие-либо атакующие либо защитные фигни, мы будем, наверное, прокачивать все остальное. Потому что мы можем, потому что мы делаем это, и потому что, в общем, все хорошо. Ладно. Пилончики давайте. Вроде более-менее нормально мы все это делаем. Это Джимми. Это классно. Главное вашу налево не упускать наших ребят. Потому что если мы упускаем их из виду, как вы видите, получается не очень хорошо. Их начинают атаковать. Мы вынесли вот эту базу, по сути, всю. Давайте добьем. 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 Бедный драгун. Он умрет очень быстро. Ладно, пока здесь буквально оставим на пару секунд наших ребят. Поставим на улучшение. Наши ребята фактически безгранично крутые. Пробка офигевшая вообще. Нет, пробка, тебе не судьба. Тебе не судьба здесь находиться. Так, что мы делаем? Мы берем, делаем вот так, естественно. Замечательно. Это моя работа. Твое слово. Это моя работа. Что мы делаем теперь? Опять уничтожаем драгунов. Естественно, как же без этого, ребята. Уничтожаем зелков всех, которые здесь, в принципе, есть. С зелками, правда, воздух чуть-чуть плохо справляется. А, в принципе, все хорошо. Ладно, мне надо понять, на самом деле, откуда у нас идут драгуны, потому что я не помню этого. Что вот драгуны здесь могут действительно мешать. В принципе, здесь больше страшных никаких войск, как таковых, нету. Посылаем сюда нашу пробочку. Проглядываем здесь. Шли вон отсюда. Строим. Здесь. Это моя работа. Отлично. А у кого-то из них все еще нету. Вот, отлично, усовершенствования завершены. Это просто великолепно. Я думаю, что нужно сделать последний уровень защиты. Ну, или в идеале подстроить еще один корабль-авианосец, наверное.
будет правильней. Я пробую сделать щиты номер 3. Пока пробка. Это моя работа. Ибо нефиг. Так что нам нужно? Собственно, для чего я сюда встал? Я сюда встал для той цели, чтобы добывать виспен. Ибо только он нам сейчас важен, только он нам сейчас нужен. С этой целью, в принципе, справится вот эта замечательная пробка. Вполне, я думаю, справится хорошо. К сожалению, эта пушка пострадала, но ничего страшного. Сильно здесь не произошло. Подстраиваем еще. Наши войска атакованы. Я думаю, в принципе, тех войск, которые у нас сейчас здесь есть, вполне хватит на то, чтобы добывать здесь виспен, добывать все что угодно. Да, нам коцают щиты пробок, но не столь важно и не столь проблематично. Пошла вон отсюда. Просто пошла вон отсюда. Так. Что нам нужно теперь? У нас прибыл еще один батон. В данном случае это уже, скорее всего, последний батон, который нам нужен. Батончик. Шоколадный батончик, ладно. Не будем зацикливаться на этих странных вещах. У нас реально довольно круто добывается все. Да, просто все великолепно добывается. Мы можем строить что угодно. И давайте уже 6 батонов полетим на следующую базу. Просто потому что мы можем. Просто потому что нам нефиг делать. Так, отлично. Вот та гадость, которая нас атаковала, в принципе, находится на этой базе. Мы должны как можно шустрее ее снести. Замечательно. Как почему ты все еще работаешь, непонятно. Лишаем его воздуха, лишаем его земли. Лишаем его вообще всего, в принципе, что можем, чего можем лишить. Слушайте, а пробка дико наглая, нет? Ну ладно, пусть добывает еще. Мне не жалко. Мне не жалко. Пущай добывает. Хотя, если честно... А ну-ка, давайте-ка, уничтожьте эту гадость. Так, минус, минус, минус. Естественно, они атакованы, там, два зелка. Но это так, фигня. Это фигня, мои дорогие друзья. Вот, максимальное усовершенствование было сделано. Теперь у нас максимальные щиты, которые, в принципе, возможны. И больше нас никто не будет с вами атаковать, что просто замечательно. Я, насколько помню, стазис поля на вот эти войска он наложить не может. Поэтому все хорошо, в принципе, будет. Что? У нас кто-то напал? Серьезно? Ну ладно. Воу-воу-воу. Так, Ямато. Ха, все-таки это сделали. Прекрасно.
У меня всего один охреневший вопрос. Откуда здесь появились авианосцы, пожалуйста? Скажите мне, пожалуйста, настолько наглую информацию. Просто откуда здесь появилась такая куча авианосцев? Ну и теперь мы сделаем вот так. Я ждал, что вы попытаетесь заполучить своего героя. Но вы поймете, что воля Конклава абсолютна. Примиритесь с Адуном. Остановись, судья. Господар не падет, пока жив темный храмовник. Отзови свои войска и стой в стороне. И тогда ты, может быть, доживешь до следующего восхода луны. Никто не может распоряжаться мной без голоса Кхала. Ты и твои злые собратья умрут с этими предателями. Неужели ты настолько ослеплен своей напыщенной религией, что не видишь своего падения? Ваш конклав верит, что вы выиграли войну. Но на самом деле вы помогли выиграть высшему разуму. Что ты вообще можешь знать о наших планах, богохульник? Ты усомнился в моем знании, судья. Я путешествовал сквозь тьму между самыми далекими мирами. Я наблюдал рождение и смерть звезд. Все, что вы построили на Ауре, Алдальск, это сон. И когда вы проснетесь, вы погрязнете во мраке правды. Время покажет. И вновь победа, мои дорогие друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока-пока.